Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Смотри, Учись, с вами Миша Егор. Сегодня у нас снайпер с очень интересным билдаком через Аганим плюс Канду. Будет просто ходить, ультимейты нажимать на постоянке. Давно мечтаем такого снайпера посмотреть. И тут каким-то чудом XM, очень крутой игрок на данный момент, в команде Xtreme катает китайской. Вот, всех разваливает, стабильный такой достаточно. Вот, ну, приятно за ним наблюдать. И будет тут как раз этот билдак показывать. Тут Аверага просто невероятно огромная. XM 9 ранг, Киритыч из Virtus.pro на сварке 2 ранг. Notist тоже из Virtus.pro на Enigma 35 ранг. Йови сейчас на замене в Entity играет 16 ранг на Драгонайте, против него будет мид стоять. Также еще есть Виталий. Виталий, я не помню, в какой команде сейчас играет, но когда-то играл там, в Тир 2. Ладно, забыл, как команда, в общем, называется. Ну, тоже, в общем, про игрок. И вот это еще Руя. По-моему, в Тир 3 каких-то командах играл. В общем, ранг большой, 79-й. Аверага тут огромная. Будет интересно посмотреть. На Вейде, кстати, второй ранг. Не знаю, правда, кто это. Чуть позже уточню. То есть тут прям такая конкурентоспособная игра. Вот. И мид такой не самый приятный в том плане, что, ну, Драгонайту снайпер вообще ничего не может сделать. Он его никак пробить не может. По хп, из-за того, что куча армора, хп регена у Драгонайта. Вот, и есть такой шанс, что два брейсера купят на ДК, и просто всех крипов снайперку передвинает. Кстати, он это и делает. Уже один брейсер купил на ДК, второй там в пикбае. Так что это может стать проблемой для снайпера. Так. Нашел здесь, кстати, желтый вард, и пока тут бежит за руной, продолжим после небольшой рекламной паузы. Хотите получить аркану на девочку цемочку дешевле, чем у Габена? Это не проблема, потому что есть решение в виде майдоты от известного сайта MyCSGO. Проект существует несколько лет и заслуживает доверия. Здесь можно выбить аркану на цемочку за 600 рублей и гвоздеть на ее ступни. Ну или можно открыть сундук Радианс и получить перчатки для инвокера за 900 рублей. Также есть и другие режимы, к примеру, апгрейд, где можно обменять ваши дырявые шмотки на нужные. А в контрактах вы ставите свой ширпотреб, чтобы получить более ценные шмотки. Переходи по ссылке в закрепе и используй наш промокод, чтобы получить бонусы. Удачи! Опа-на. Всем привет! Редкий случай, когда мид для снайпера невыносимый. Обычно снайпер выигрывает любую линию по игре, потом не может себе места найти. Потому что герой очень уязвимый, очень неповоротливый. Тут же проблемы с ланингом начались. Но выкрутился к третьему уровню, взял шрапнель двойку. Спушивает линию, отходит леса. Вполне себе крутой подход. И не стал брать дополнительные резбенты, сразу же раш ПТшки для более комфортного фарма леса. Если хочешь выиграть линию, то резбенты гораздо круче, потому что ты их подвозишь по частям. Тут же раш ПТшки более оправдан с лесным качем. Пропустил одного милишника, в это время забрал одного большого крипа. Совок стоит примерно как два милишника. Так что однозначно плюс, тем более, что сделал себе стак. И посмотрите, насколько унылый дэмэдж. Но с другой стороны, это хедшот в единицу. С хедшотом 2 дэмэджа было бы гораздо больше, но... В любом случае, 10 секунд без файта и Драгонайт снова фуловый. Без стана ведь играет, да? Без стана. Топорик меня на Драгонайте немножко удивил. Два брейсера можно нарашить, в принципе. Тебе не кажется? Два брейсера, да, это вообще, ну, такое. Даже дефолт в какой-то степени. Ну вот, на Драгонайте ты приходишь, у тебя герой просто машина бессмертная. Вот, и за счет двух брейсеров, ну, можешь просто всех крипов перединать, перекэсить. Вот, ну, топорик, да, вообще. Против Фуриона тут. Так что не удивляет. Ну а так, да, не всегда берут топорик. Ну, вообще почти никогда, по сути, да и не берут. Всегда в два брейсера фастовые метятся. Тут, думаю, просто заранее против Фуриона взял. Ну, кстати, может быть. 71 дэмэджа вроде будет Драгонайта с двумя зеркалетками, двумя гантелями. Так, а кто, кстати, Стоп. Стою. А долго стоит? Это Йови на Драгонайте, а на Вайде это Нацуми. О.
Хотел посмотреть, что за топ-2 ранг на войде. И вот. И очередной стак. Шрапнелька уже в 3. 3 шрапнельки откатились. Хватит и на то, чтобы спушить линию. На то, чтобы в лесу качнуть. Но какой же драгонайт душный, вы просто посмотрите на него. Просто мерзость. Все стайки закачаны, наверняка пентворса обгоняет, и думаю, тут можно на творца смело переключаться, поскольку лейнинг несколько необычный. Легких боев фестовый ДЛ, он вроде бы с Игнимом первым полноценным слотом будет играть. Давно мы таких снайперов не видели. Хотя мы оба не поклонники билда с Кандой, но оба отмечали, что билде с уже купленным Аганимом Канда выглядит интересно. Ну, вот, примерно вот так вот я этот мид и представлял. То есть, ну, очень сложно что-то дракончику этому сделать, поэтому просто под максимум шрапнель. Там фармит лес периодически, стакает его. Реально, тут ничего не поделаешь. Как тебе ультимейт прокачанный? Хедшотов 2 все еще нет. Кстати, да, прикольно. То, что ульту взял, удивляет. Он же, ну, реально никак не сможет реализовать, зачем ему так рано ульта. Это прям странно. Хедшот для фарма звучит получше. Какой незамысловатый геймплей. 20 секунд постоял в одной точке. Это работает. Ну, Нетфорс рабочий, 3600. Правда, сейчас, скорее всего, умереть придется. Зашел здесь на дымчике. Что помощи так долго нет. А, у тебя телепорт в кулдауне. Еще есть 30 секунд. Кстати, он, блин, не так плохо. Он на развороте смог хотя бы, ну, хотя бы как-то разменяться реально. И, возможно, даже еще Драгонайт умрет. Нет, хотя не похоже. Не, ну да, тут, ну, реально такой матчап. Вот Драгонайт, он в этом плане супер жесткий мидер. Мне кажется, не как, будешь отрицать, какой-то, что он сам ошибся в лоу-граунд спускаться на снайпера. Если бы он не находился в речке, его бы нельзя было сбынуть. Резнулся, сделал телепорт в мид обратно. Руна активная не досталась, да и в принципе не особо интересная руна. Как тебе никнейм Фуриона? С восклицательным знаком. Крутой, кстати, никнейм. Мне очень нравится. Мне тоже. Я тебе такой же сделаю. Не обзывайтесь. Вообще офигенно никнейм. Ты. Как будто в моем стиле никнейм. Ну так, немножко претенциозный все-таки. Ой, слово забыл. Не претенциозный здесь, извините, не то слово. Побудительный. Немножко с агрессией, с приказом. Добрый никнейм. Так, ну, нормально, ты перетянулся в босс, сломал вышечку. Но все-таки да, вот этот ультимейт. Блин, вообще, максимально. Как с хэдшотом 2, кстати, он на развороте порвал бы. Дума. Получил бы экспо. О, кстати, смотри, с Владмером на воде. Мне ж... А, нет, мне показалось. Кто-то с Владмером. Дум, наверное, нет? А, Энигма, точно. На секунду подумал, что там же Владмер немного поменяли в последнем патче. Я уж подумал, что... На воде все взял, ну. А его ослабили в патче. Да. Есть такое. Причем, казалось бы, ну вот только-только его начали покупать.
и сразу же побежали уродовать Владмир. Если, может быть, есть шанс сейчас ульту сыграть? Мне не хватит дэмэджа. Стосика тоже не хватило. Опа. Вот так встреча. А это что вообще за ВРК? Тройка. Блин, ну... Какая духота, блядь. Втроём накинулись просто. То на Драгонайте стоит Хрипов дынает по таврам. То эти побегушки в мид устраивают. Насколько снайпер персонаж странный? Насколько он доте как будто бы не подходит? В то же время, что бы ты ни предложил, добавить ему мусспида, добавить ему какой-то эскейп, герой станет уже слишком сильным. Ну хотя здесь уже сбалансировали, может быть со снайпером что-то подобное сделают. А может быть до конца история останется неповоротливым дедом. Не, да, тут сложно, конечно, когда вот так вот на тебя втроем накидываются. И он при этом, блин, нетворс 5000. Он очень хорошо идет. Даже с двумя смертями. Ой, тут еще и застакано, смотри, какая красота. На травку себе взял Lance of Pursuit. Ну. Хотелось бы, наверное, что-то другое там на статке. На дэмэдж. Но там, видимо, совсем выбор был небольшой. Взял Lance of Pursuit. Ну, а Lance of Pursuit тоже очень хорошо стоит. Уже дагер, охренеть. А вот такой дагер сложно было ожидать. Настолько ранний. Нет, у мэйдж-слэйера, особенно когда все по головному мэйдж-слэйер манты играют. Да. И опять что-то вообще никто из тиммейтов подсейвить не может. Тэпка поздно от тиника. Никто не помогает, а вот противники всегда втроем застаканы бегают. Кстати, красиво прокас нажал пересмерть на тине. Возможно, Феникс тоже умрет и хотя бы какой-то разменчик. Блин, ну ДК уже вообще берега попутал, капец. Трипл килл под Т2 тавером. И вообще никто помочь не может, но игра тяжелая, как видите. Чё-то в последнее время вот все такие игры, которые мы смотрим, постоянно в каждом ролике про это говорим, что что-то вообще не просто все. Ну, опять же, при этом Нетворс почти 6к, все хорошо. Ну, ДК, конечно, огромный. С ДК не совсем понятно, что делать вообще. Я настолько не понимаю, в чем замысел. Я, может, на мини-карту невнимательно смотрел. Но искренне не понимаю, куда они идут. А, Энигма с блинком, кстати. Так, стало их хоть чуть-чуть понятнее. Это сопротящий дом. Тут неплохая контринициация, хотя... Войд отлетит. Ребят, из Дайра оказалось гораздо больше. Красиво. Вот супер ранги. По поводу Lance of Pursuit я не договорил. Очень часто снайпер бьет спину. Потому что от него зачастую уходит контроля не хватает. И в том числе при фарме. Он держит такую позицию, что регулярно крипов спину настреливает. Так что мне Lance of Pursuit нравится. Меньше, чем перчатки дуэлянта, но больше, чем какой-нибудь спарк. И все-таки фаста гонима не будет. Купил себе молнии. После Драгонлэнса. Ну, хотя, с другой стороны, я сказал первым полноценным слотом. Мэлстром слот все-таки неполноценный. Так что в какой-то мере не ошибся.
делает телепорт на бот. Как же у них хорошо сейчас пошли файты. Пешка лишняя оказалась, отменил. Надо. Даже не понадобился. Сейчас с молниями. Качаться будет чуть быстрее. Шабнелька откатилась. Тоже приятный момент для кача. Интересно, будет ли Night Tower? Как будто размышляет. Иногда бессмысленно Night Tower, потому что вот эти 5 копеек, которые ты выигрываешь для команды, не отдаешь противникам. Они не стоят того, чтобы на какое-то время терять обзор. Терять область для ТПшки. Простите, еще показали тут Сларк с Тинником. Кстати, вот наконец-то команда рядом оказалась. Ну и благодаря этому пережил. Да, понятно. Все-таки не пережил, но он был очень близок, чтобы пережить все это. Там повершот залетный, конечно. Еще в новую пришлось наступить, но дэмэджа перед смертью он много дал. Но я не уверен, стоило ли она того. Мне казалось, вот заходить в новую точно не стоило, но с другой стороны, от повершота так и так отлетел бы. Резно все тут снайпер, ничего особо не произошло. Так, и вот и аганимчик, как бы я долгожданный. С боя факрити начал. Как же я давно таких снайперов не смотрел, чтобы, блин... Хедшот в 2. Ультимейт в 2. Я вот реально не вспомнил всех последних снайперов, которые мы смотрели, они ни разу за игру ультимейт не использовали. А здесь прям паренек уважительно очень к этому скиллу относится. Ну и сыграл этот ультимейт второй раз за игру уже. Эффективно. Причем нажал ТКМ, когда снаряд летел. Потому что к снаряду добавляется тычка. На тычку работает модификатор атаки. Какая же резня на боте. Ну, подходит туда снайпер, может быть, сможет что-то исправить. Но пули не хватит здесь. Даже третий не стал нажимать. Кстати, может быть, повезет на лук? Рэй тоже неплохо. Скипнули здесь паузу. И, кстати, во втором тире очень повезло. Спешили старай. Кач все быстрее и быстрее становится до аганима. Прям чуть-чуть остается. Буквально там одна деталька, и все уже. Такая позиционка мне нравится больше. Стоять где-то вдалеке, нажимать ультимейт. Пускай миришники делают остальную работу. И аганим для этого очень здорово подойдет. Ну круто, что они смогли сыграться. В первую очередь Сларк с Тинником. Что снайпер может позицию держать. Если бы сейчас была пока качественная команда, то снайпер не смог бы в игру так рано вернуться. Ну, прикольно, что у него нетворс такой стабильный. Хотя вроде, ну не сказать, что у него прям такой билдак, быстро фармящий. Без мома играет. Однако стабильно, стабильно по нетворсу топ-1. Так, и все, наконец-то аганим появляется. Все, уже не терпится. Кажись, прямо сейчас его и получится реализовать. И так и есть. Залетела пулька. Смертельная, я подумал. Когда ты еще убиваешь с ультимейта кого-то, то у тебя ульта обновляется.
Нет, если поэтому... ты просто убиваешь кого-то, да, обновляется. А, да? Ну, часть, вот он думал. Да неужели опять умереть придется, как. Может быть, перед смертью на Феникса? Не, не хватило, по-моему. Возвращаемся респавно. Без траты телепорта идет на топ, хотя теряет очень много кача. Но это того стоит, потому что сможет это что поддержать команду. Причем предыдущий файт. Файт приняли на горке. На своем бижене. Завертили Феникса до новой. Но все равно. Драку проиграли. Выкуп Феникса разрешал в этом плане. Я думаю, без выкупа Феникса было бы сложнее. Для команды Света. И спушил топ. Реализовал ту самую ТВшку, которую придержал. И двигается к команде в рашпит. Рашинг у них, конечно, унылый. Ну, противники не догадываются, поэтому... Вместе со снайпером... Медленно, наверное, селят. А, ну там арчит есть. Это вообще нормально. Это, кстати, арчит на сварке. Интересный билд. Диффуз арчит билд. Что-то новенькое. Думаю, что я ранит по нулю. Ну, конкретно в этой игре, кстати, против Вайда арчит хорошо заходит. Против Эрки в будущем будет Торн. Загрейдится. Тоже прикольно в теории. Можно найти применение ему. Ну и Игис, собственно, в сварка. На снайпере тут нужно было держать позицию издалека, просто ультимейты раскидывать. А сварк вот фронтвейнить, по идее, будет, поэтому... Игис лучше ему отдать, уступить. На 15-м залетел талант на скорость атаки. И в кикбай наконец-таки Ганда. Сразу после нее шарт, и потом, судя по всему, Литкин сфера. А Клерон еще в начале игры задумывался. Ганда, что немаловажно, редклик тоже усиливает. Потому что из кристаллиса собирается. Так что эта скорость атаки весьма кстати. Опа, ты видал, какой талант взял Сларк на 15-м? Shadow Dance Region. Вообще давно не видели, конечно, да. Он и на 10-м на паунд взял талант. Ну, на 10-м паунд мы нередко видим. Ну да, 50 на 50, по-моему, сварка. Даже. Даже последняя сварка смотрели, тоже паунд сбрал, но действительно. Ну вот, на реген от этого ультимейта вообще давно не было. Прикольно. Хотя, я помню, один раз смотрели очень давно, и нам прям очень понравилось. Реген с ультимейта талант. Здесь еще столько скиллов, которые по области бьют. Чего Феникс стоит? Какой же кайфовый кат, 14 тысяч на творс уже. Но драгонайта гораздо больше. Обратите внимание. Драгонайт с орчетом. С фантастайлом, с блинком и 3 косаря голды у него сверху. Практически готов аганим. Дага, по-моему, гораздо слабее стал патча. Прямой нерф драгонайта. Нерф мидштейра. Хочется посмотреть уже на этот дэмэдж с Вектори. 18-й только непонятно, как бы взять побыстрее. Чтоб ульта чуть поинтереснее стало. Да. Кстати, хорошая позиция. Нужно ультимейт как минимум нажать издалека. Опа, и дум поставился. Кстати, это прям домашний дум.
Правда, ультимейт какое-то время не может нажать. Ты что думал-то, ну? Ну, видимо, просто разойдутся, что-то тут такой файт получился по итогу. Сварг задавил. Дум задавил. Ну и все, разменялись. И решили. Но мечта о том, чтобы заберсить. Драгонайта не отпускает их. Офигеть. И даже без лутбола. Хотя таргет такой. Мне кажется, ВР-ка отлетит тоже. Ага, красиво. Таргет не самый простой, но осилили. Все три героя в мете показались. И ведь этого времени хватило, чтобы ДК отлетел. Без БХ. Опа. Ай, как же хорошо с Тиником синергировать. У них очень много бёрст дэмэджа. С прокаста Тини, с ультимативной снайпера, с Аганимом. Ох, не забашил, кстати, на Тинике. Ой, на Вейде, повезло. А снайпер мог бы подстраховать. Ультимейтом. Ну, без страховки повезло. Кивер, насколько мечта? Офигеть. Плюс 300 урона ведь... к ультимейту? Да, это ведь с ультимейтом стакается. Ультимейт 3. Дэмэджа тут уже приличненько. Арти себе еще взял на подсейв. Бюджетный пайк. Так, можно тупо попробовать жарить ВР-очку. Может быть, и не продлит. Ну-ка. Ну не, опасно. Ну, кстати, он перед ультом еще хэдшот нажимает. Take aim, точнее. Не забывает про это. Стоят, ждут ошибки. Вижу, на них хороший стоит. Если кто-то пойдет ломать, то кто-то может и не выжить. Не выживает. Угу. Блин, ну лучше героя не придумаешь под такого снайпера с прокастом. Он еще, смотри, как закупился грамотно на Тине. У него просто форстав. Блин, форстав. И огр сил тотем. Ну и че, юа. Если он вот так вот может в центр файта ворваться, кого-то вынести под ультимейт снайпера, еще и убежать при этом. Благодаря форстав и угорсил тотема. Тут понимаю, что Хрона залетит, поэтому аккуратно очень позицию держит. Но, кстати, Хрона плохое. Я думал, пострелять можно в эту хроносферу. Видимо, думал, боялся. Ой-ой, какие же пошли снаряды. Направо и налево. Так, сейчас будет ультимейт и ВРК. Вряд ли тут выживет, хотя... Старый даст вижен. Прощаем с Верочкой. Бум. Блин, вообще как офигенно. Же прекрасно Аган работает. Я вообще обожал такого снайпера, когда мета была на гонимых снайперов. Там снайпера на тройку, на четверку пикали. И чисто Аган на него собирали. Блин, это вообще шикарно было. Я очень любил такого. Есть что-то в этом геймплее прям приятное. Лотосом такой снайпер неплохо контрится. Он с двух пульсом ему себе все лицо сносит. Ну там благо вообще ничего нету. Ни линки никакой, ни лотуса. Даже БКБ там нету. А, ну кстати, блинки есть манта в Драгоннайта. Юана Феникса. Ну, в принципе, не критично. Главное, что лотусов и линк не имеется ни у кого. Как же мана улетает.
и вообще не заморачивается на эту тему. А, ну все, вопросы сняты. Да, тут... Кваретки подлетели. Персик будущую линку. Ну, кстати, линка здесь смотрится вообще шикарно. У него постоянно Драгонайт с таргетным станом врывается, Дум с ультимейтом. Верка с шейком тоже против него хорошо смотрится, то есть... Линку здесь понять можно. Ну, еще и проблемы решит там, с манорегеном. С маной в целом. Жаль, древних энды заблочили. Вообще непонятно, куда деться, куда податься. Кстати, потенциально идеальные смоки. Тут только что Войд показывался. Есть все шансы, что они его подловят. Ну, пока... Пока все-таки без перспектив. Противники тоже, видимо. Да, они в смоках тоже. Кошки-мышки, да? Какие-то. Ага. Ну, противники выкуп Феникса могут разменять. А, все-таки заревелились. Что? Ай, красота. Это не иллюзия? А как он тут оказался? Почему он из смоков вышел крипов пофармить? Не совсем понятно, да. Я подумал, что это иллюзия какая-то. А ты видел Дума, который прыгал сбивать Black Hole Enigma? Она оказалась... каком-то инвизе. Она не могла оказаться в никаком инвизе. Но я четко видел, как она была в инвизе. Где сварка? Кстати, наверное, да. Рошан открытый. Рождемеджа только мало. Рошанчик второй. Долго придется убивать опять. Хотя... Хотя не, поторчи там. Медленно, наверное. Осилят. Рошан за Radiant. Тут еще будет баннер. На ХГшечку. И чуть попроще зайти. Да. Вновь тут Aegis сварка. Ну, та же причина тут. Ясна. Так, и... Блин, поздновато телепорт нажал. Ну, он Верку успеет хотя бы пристрелить. Блин, жалко, что ДК отпустили. Домашний был. Так, и, кстати, линка уже имеется. Интересно, будет играть здесь Мьёльнир или будет заменять... Слоты заканчиваются. Пайки еще выглядит круто. Аганим можно съесть. Как же много Драгонайт пишет в чат. Он еще до выхода грибов писал. А че с честью? А, двух курьеров Сларк завалил. И подкрадываются к вражеской базе. Энигма, правда, в таверне. Без пиков вряд ли смогут подняться. Вообще не всем понятно, как пиком ДР подниматься. Даже вот убили Феникса, но Феникс с баем. Же невыносимый Драгонайт.
Так, Старк стоит в позиции, чтобы шардовым скиллом засеять от хроносферы. Снайпера еще две шрапнельки, чтобы попушить. Все-таки про этот вариант с шардом Старка я забыл. Так хотелось, чтобы Энигма прыгнула, но Дум собьет Блэкхолл. Ну, привет себе Мьёльнир. Все-таки гриданул молнии. Опа! По Фениксу неплохо проехались. Ой, по Войду, извините. Теперь уже по Фениксу. И Канда откатывается, ультимейт откатывается. Можно будет еще пулю зарядить с опасной позиции. И, кстати, руна контента на топе. Ой, сверхразум. Это кто-то притаился. Это дракончик. Нормально. Ну какой-то тонкий дракончик. На удивление. Наверное, Сларк уже застаканный. Да, там сказать, под спиритвессом очень... еще. Очень много периодического дэмэджа такого неприятного. Вот это Энигма особенно. Шрапнельки всякие. Там много вот такой грязи подобной. Выгорает просто пацан. Потрясающий билд, потрясающая реализация. Правда, что-то мне подсказывает, что когда войс хроносфера, игра еще не закончилась. Или закончилась. Войт ТП на базу сделал. Сейчас будет момент истины. Ну а какая же пакость на Сларка. Красота. Результаты уже есть новые. Блин, это вообще... Вы же крутой снайпер. Овербилд. Кстати, он реально как CSGO играет на снайпера. Даже этот написал на ДК. Это русскоязычный Драгонайт? Не, по идее нет, Йови. Не должен быть. Где-то услышал его. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо, разумеется, за лайки, за комментарии. И мир вам!